Азиев, опять опаздываешь? Проходи, садись. Записывайте. Я никак не могу научиться вставать по звонку будильника. Саша, представляешь, доказали то, что человек лучше и быстрее засыпает как раз после звонка будильника. Ребят, а вот вам идея сделать будильник, который делает твое селфи и постит его без фильтра в Инстаграм каждый раз, когда ты откладываешь его звонок. Ужас-то какой. А у меня, когда звонит будильник, у меня чувство, как будто в меня выстреливают. И что, ты вскакиваешь? Нет, лежу как убитый. Азиев, Пузанков, прекратите болтать. Здорово, Костяк. Чего живешь? Спасибо. Алло, бабуль, да поел я, поел. Пирожок и яблоко. Ну все, пока. Да, а мне бабушка больше таким вопросом не звонит. Как так? Она просто на мой Инстаграм подписалась. Ну да, может, бабушки изобрели Инстаграм, чтобы следить, как их внуки кушают. У тебя такие классные фотографии в новом платье. Оно тебе, ну, очень идет. И вообще мне нравится твой Инстаграм. Просто прелесть. Ну, спасибо. Ах, да, ты, кстати, видела Инстаграм у Вани? Это просто жуть какая-то. Битые планшеты, фотографии. Это ржавые годы, весь в грязи постоянно. А знаете, девочки, вообще-то Инстаграм у мужчины должен быть чуть красивее, чем у обезьяны. А, тогда, Сонь, пойдем. И как понять, кто на тебя подписывается? Вдруг они ненормальные какие-нибудь? В наше время очень легко отличить ненормального человека от нормального. Как? Ну, у ненормального человека в Инстаграме больше видео, чем фото. А у нормального больше фото? Да нет, у нормального нет Инстаграма. Нет, все-таки какая Машка страшная без макияжа? Ну реально страшная, жуть. Да ладно. Да, вот посмотри, фотка на Инстаграме. Да ну, это же не Машка. Это же фото испуганного медведя. Ну да. Ну так это же Машка фотографировала, когда была без макияжа. Жуть. Девчонки, мне кажется, что если за некоторым людьми будет бежать маньяк, то они будут убегать и делать селфи, лишь бы выложить в Инстаграм. Да, полностью с тобой согласна. А в аэропорту на вопрос... Добрый день. Цель приезда в страну. Цель приезда в страну? Повыпендриваться в Инстаграме. А я, у меня вообще нет ни Инстаграма, ни Твиттера. И как ты живешь? Ну как, обычно рассказываю людям, что я ела, что я ем, пью, да и вообще, как у меня дела. Да ну и что? Ну что, у меня уже есть два подписчика, врач и наш участковый. Одечка, вот и он. Дмитрий Алексеевич, хотите, расскажу, что я ела на завтрак? Приготовили. Не важно. Соня! Да, фу, нормальный, конечно, ты съел нормальный.